Всем привет. Сорян, что меня не было на Ютубе 5 лет. Ну, то есть полгода. Ну, то есть чуть больше. Ну, ладно, это не важно. Короче, я тут не попрошайничал фрукт. Это БФ с нуля. Да, мне нечего снимать до сих пор. Поэтому я вернулся на Ютуб. Потому что я умный. Да. Смотрите, берем, короче, это гайд. Смотрите, нам надо подойти к заданию, взять задание. Так, тут мы не... Это типа геймплей для человека, который не знает, как играть в Boxroot? Нет. Это называем не вернуться, а подтвердите, да. Так, теперь берем, идем. Вот так, бам. Потом идем ко второму, бам. Идём, а может на сайте фишишь это? Показывает, сколько этих ударов. Так, мне ответили, нет? Да, мой батенька. Мне надо кое-что сделать. Всё. Хипа, ты носишь, епа, ты жесткий, епа. Ну, кстати, по 100 хп ты бот. Ты к нему отлатаешь. Так. И что, он никогда не играл в стандарт 100%, этот, в 100%? Да, я первый раз, если что, в зашел. Я тут не разбираюсь. А ты вообще снимал? А те видео на моем канале, это... Это я на компьютер купил, да? Это он купил, короче, это. Это буст от Навитрегера в Блокшоте. Да. Зачем тебе 12 баллы? Ищи твоих сапы, что просрочи. Я стамину вкачиваю, не мешай. Полезно. А ты кем будешь фронтендом, за кем? Я не знаю, мне вообще без разницы. Вообще пассера. А чё они тебе наносят ноги? Ну что, они умные. Ладно, целых 3 хп, это надо. Ну спускайтесь. Ну вы испугались. Иди сюда, бомжи тупые. Ну вы бомжи. Идите сюда. Бомж тупорылый. Да поступи ты. Идите сюда. Пошли. Ну что вы делаете? Я что идите. Да тупые. Ну ладно, вот так вот вас побью. Вы домой будете. Вообще, изи. Короче, в этом блоксруте надо гриндить, и все. Очень сложно качаться. Короче, когда вы загриндили, вам надо будет гриндить, а когда вы еще раз загриндили, вам надо же будет баунти хантить. Это PvE режим. Да. Ну тут гриндить очень интересно, это как бы по One Piece уже, это, игра. Да, здесь 100%, там они регенерировались каждые 5 наносекунд. Подожди, а мне кажется, или я ору в микрофон? Нет. А, ну ладно. Там все, что разрывается, у кого-то очко уже поддержат. А твои, а моих 44 700 Гц. Да. Который ты поставил 5 секунд назад. Так не, я просто... Стиль ступит. Смотрите, вот такие вот клоуны бывают в БФ. Они, короче, пытаются застилить киллы, но вы им не давайте вот так вот. И стильте у них сами. Так вот, а потом, если у вас застилили, затоксичьте его в чате и скажите, что киньте репорт. Навсегда. Его забанят навсегда. За буллинг. Да. Ну, потому что да, это лайфхаки от меня. Ну, почему лично. Воздух толстый? Заказывайте. А, ё-моё. Короче, чё тут пишут? Дайте. Попрошайки, если чё плохие. Ой, не важно. Так, погоди, а... Так, это что за змей? Я вообще первый раз играю в Boxroot, объясните мне, что это за змей? Я первый раз вообще, да, вижу такого змея. Он, наверное, опасный, да. Читающая змея. Да, страшно. В общем, вот так вот берем. Да блин, не ступят. Марина, короче, говно для фарма. Не берите маринов. Ты как дебил полнейший, решил взять маринов. Затоксичили в ванне, секунда один. Теперь, когда у нас загорелась красненьким вот эта вот штучка, которая называется компас, да, компас, надо нажать на него, направить и плыть к той точке. Еще забрать по пути. Кто? Кто? Кто это такой? Кто это? Почему он такой страшный? Ладно, слюбка. Слюбка. А чё он такая большая?
Ну ладно. А, ну она ж не бесплатная, наверное. Ну смотрите, надо. Она за такая вольца. За 15 тысяч какого скорости. В общем, я отходил, у меня залагало. Когда вы приплыли, надо прийти вот сюда. А ты откуда узнаешь, куда идти? На Monkeys. Так, а, так вот. Бой. А ты откуда знаешь, где они находятся? Это же сложно. А, ну, повторяйте за мной, и все будет хорошо. А ты же никогда в баф не играл, это же твой первый раз. Так меня Нави тренер научил. Ну, точно же. Ты что, ты 100% не прокачивался читами. Ой, ну короче. Так, короче, эти макаки читера, это не я, но узкий. Нет, стилер. Нет, ступит. Ступит. На. Застилил. Домой бота. Дефруг. Боже.